отказываетесь продавать, да? Будете отказываться продавать мне? Да, потому что вы не надели маску. По какому федеральному закону вы мне сейчас будете предъявлять, что я должна одеть маску, вот именно вот то, как вы мне говорите? Какой федеральный закон? Вы мне можете назвать? Это этот закон, который надо одеть, чтобы маску. Какой? Какой федеральный закон? Полицию вызовем? Давайте вызовем полицию. Давайте. Давайте. Вызывайте. Вы отказываетесь меня обслужить. Сейчас администрация полиса так же. Мама, пожалуйста. Можете почитать постановление, также постановление губернатора. Где написано, как я должна ее носить? Где? Можете написано показать? Все должна читать. Вы же хотите, чтобы я одела ее так, как вы мне говорите? Вот, между прочим, у вас она тоже спущена. Причем она у вас тоже спущена. Спущена она у вас полностью. А у вас снимите, не полностью. Себя-то снимите. Хорошо, напиши, дайте мне, простите, хорошо. Где написано, как я должна ее одевать? Сейчас администрация купольца вызову. Давайте, вызывайте. Поясню конкретно, кто не понял. Значит, я пришла в Акваполис, в Кари Кидс с ребенком. Мы решили купить краски. Значит, я подошла на кассу, у меня маска была вот так одета, вот так. Она говорит, оденьте ее полностью. Я говорю, в смысле? Я говорю, зачем? Я говорю, рядом стоит дядька, мужик вот в метре от меня, смотрит что-то на прилавке. У него вообще маски нет. Я говорю, в смысле? Я говорю, а что мужик тут у вас вот без маски? Люди тоже со спущенными масками. Это не считается. Это вот вы на кассе должны ее полностью надеть. Только на кассе. А после того, как вы непосредственно оплатили товар, все, можете отойти, типа, ну, и насрать там, да, уже, как вы выглядите. Я говорю, ну, и с этого момента я достала камеру, вот, и начала снимать. Говорю, окей, я говорю, я блогер, я говорю, сейчас вас буду снимать тогда. И вот после этого началось, как бы, что она говорит, я не буду вам пробивать товар. Подошла ее коллега в маске, которая тоже спущена, ну, как бы вот так вот, да. Начала мне какие-то бумажки подсовывать там, знаете, ну, это не нормативный вообще акт, никакущий, там просто какая-то распечатка от Роспотребнадзора, вот. Я говорю, у вас-то маска тоже спущена. Она говорит, а у меня вот только наполовину, а у вас вот типа полностью. Боже, ну вы понимаете, какой это маразм вообще? По поводу самой, ну, ситуации, да, юридической стороны. Они не имеют права как бы требовать. Я говорю, покажите, да, где в каком документе написано, как именно я должна ее носить. Вот как? Что именно, что было прописано, что я должна ее одеть на уши, чтобы закрыть вот все, да? Я ее одела, ну, вам что, не нравится, что ли? Ну, естественно, показать она нигде это не может, потому что, в принципе, это требование противоречит Конституции. Это уже дискриминация. Почему меня вообще это все вот так начало бесить? Я раньше одевала, вот вы не поверите. Но после того, как у нас началась вот эта фигня, вот эта вакханалия, вы знаете, вот у меня лично, я не знаю, как у вас, люди, у меня терпилка, она просто начала сдавать. Такая, вот знаете, появилось просто такое вот желание давать отпор. То есть вначале намордники, да, теперь, значит, еще хотят как скот всех, значит, принудительно, да, вот это вот, впендюрить непонятно что, а дальше что будет, вопрос. Поэтому я решила, что все, ну, хватит. Хватит это вот спускать просто на тормозах. Глумятся. Ну, глумятся просто в открытую, понимаете? Я считаю, что надо просто голосовать рублем и просто ничего у таких людей не покупать. Вот и все. Время на них тратить, да, я знаю, что если бы я вызвала там, они говорят, мы сейчас вызовем администрацию Акваполиса. Напугали. Времени просто не было. Когда ты с ребенком, ты не хочешь лишнее время терять. И так ты стараешься все делать быстро. Вот. Если бы не ребенок, я бы просто, я бы там осталась бы, для вас бы сняла бы полностью видюху. Потому что у меня был настрой реально такой вот боевой. Очень в магазине душно. Вот только в Акваполисе, в принципе, душно. Там есть только вот некоторые магазины, где хорошо работают, ну, видимо, вытяжки и кондиционеры. Ну, вот в Бершке, в Маломальске ничего вроде. И в Детском мире ничего. В остальной территории самого центра и магазинах очень душно. Понимаете, там в маске просто опасно находиться. В общем, в марте месяце я увидела пост ВКонтакте. Я не знаю, почему у меня это говно, в принципе, вылетает. Значит, мужик лежит на койке в больнице, значит, с серьезным лицом. И он пишет, что меня госпитализировали, тесты положительные,
что вот у меня все так плохо, там, ну, вот все эти подробности, знаете, с процентом поражения он перечисляет. И вот он всех говорит, что ой, вы будьте все осторожны, и так, туда-сюда. Значит, и у него это не был не единственный такой пост, да. Там еще и в этих масках было, и в кислородных, и все остальное. Я, честно говоря, терпеть не могу такое в интернете. Почему? Я считаю, что каждый человек имеет право болеть, чем он хочет, но зачем это все публиковать? Вы понимаете, что это очень реально большое психологическое, оказывается, давление с отрицательным знаком на людей. Ну, то есть там и дети ВКонтакте сидят, и другие люди, да? Вы как-то целенаправленно, как будто бы, вгоняете людей в какой-то страх и панику. Зачем? Ведь логичнее было бы, если бы все происходило иначе, да? Но вот в нынешней ситуации, да, такое ощущение складывается, что наоборот, вот этим всем людям, им это выгодно, да, чтобы вот это вот нагонять страх еще больше, да. Я не говорю про болячку. Болячку надо оставить людям компетентным, вирусологам, иммунологам. Я говорю вот о том этическом аспекте всего происходящего. Зачем выкладывать какие-то страшные свои фото, изображения, писать какие-то страшные посты, чтобы всех ввести в состояние страха? Зачем? И когда я такое видела, я всегда глумилась над этими людьми, реально. Я решила тоже над ним немножко поглумиться. Значит, он советовал в своем посте, типа, что не пренебрегайте вот масками, не пренебрегайте средствами защиты. И я ему пишу, говорю, то есть логично предположить, что вы пренебрегали масками и антисептиками. Он говорит, я пел на юбилее, думаю, вы учите танцевать тоже без масок и перчаток и антисептиков. Я ему пишу, то есть вы считаете, что вы заразились от зрителей? На том юбилее было много людей, и две женщины уже умерли. Я пишу, а почему они умерли? Они не вовремя обратились за помощью? Или была оказана неквалифицированная помощь? Или у них были хронические заболевания? А вы сами занимаетесь спортом? Ну, бег, кардио? Ну, короче, этот мужик ничем не занимается. Вообще, в принципе, почему я стала спрашивать у него про это все дело? Почему? Потому что я зашла на его страничку, когда я подумала, боже мой, что за старый мужик вообще, да, там лежит такой, весь он такой, лишний вес там пипец, сколько много. Когда я увидела, что ему всего 43, я думаю, блин, ну пипец, ну как можно так плохо выглядеть 43 года? Ну то есть тут много вариантов, да, либо у человека хроник, да, у него хронические заболевания, да, например, сердечники, у них лишний вес, да, бывает, то есть диабетики. Либо второй вариант, человек ведет плохой образ жизни, нездоровый, поэтому в 43 он выглядит на 53, и скорее всего поэтому, возможно, все у него так в жизни и тяжко со здоровьем. Но человек преподносит это все как вот, ну, не-не, я красавчик вообще, я такой вот. Ну. Женщина одна пишет и говорит, благодарю вас, сознательный человек, за мудрые вопросы. Ну, в общем, этот мужик мне так ничего не ответил, вот. И ладно, мы с этой историей вообще все прекратить, но я не знаю, почему, я говорю, мне это говно постоянно вылетает в новостях ВКонтакте. И вот это было 5 марта, да, я специально сейчас отлистала, да, его посты. Сейчас, ребятки, 11 июля, и мне опять выпадает пост вот этого дядьки о том, что он до сих пор, ребятки, публикует себя в маске и пишет о том, как все было тяжко у него. Ребят, уже прошло месяцев 5. Вот как вы думаете, это нормально вообще? Вот вы каждую свою болячку так вспоминаете, да? Ну, у меня только такое было, вот когда ребенок ногу обжег, да? Потому что я тогда получила реальную психологическую травму, после чего у меня вот этот неврозик, он как бы и пошел, да, с паническими атаками. И да, действительно, я вспоминала это очень долго, потому что это была травма для меня психологическая. Ну, видимо, для человека это тоже травма. У человека такие же проблемы, как у меня. Панический страх смерти, ну, там, и так далее, да? Я человеку и пишу. Вы уже обращались к психотерапевту по поводу своего панического страха смерти? Ну, и понятно, что от него пошло вот это вот то, что, типа, вот, вы тут, типа, меня, да, троллите, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, в общем, как выяснилось, человек, он реально вот топит за все. У него там на страничке даже есть запись. Блин, вот вам бы сейчас показать бы, но я не хочу показывать. У него есть запись, значит, о том, скрин экрана, значит, с одной стороны Соловьев, это, видимо, с прямого эфира, с канала, я не знаю, и с другой стороны какой-то Денис Проценко. И вот он пишет, что, значит, мне какая-то женщина из Москвы, его знакомая, написала ему комментарий, видимо, или сообщение, что, типа, ты
мозг включи, мужик. Ты хоть не смотри вот этот вот зомбоящик, да, что тебе говорят. Почитай, посмотри, что в интернете люди пишут. И он эту женщину, свою знакомую, ну, обсирает. Конкретно говорит, что вот, вот из-за таких, как вы, вот у нас это сейчас происходит. Ну, в общем, человек реально топит за все это. Я у него спросила, а вы сами-то будете себе вот это, ну, делать-то? Он говорит, да, я в августе планирую. Я говорю, ну, говорю, я буду следить за вами. Я говорю, мы всей семьей делаем на вас ставки. Что с вами произойдет? Потому что, ну, человек явно ведет нездоровый образ жизни. Вот просто даже интересно. Ну, по его внешности, да? Я не хочу никого оскорбить, ребятки. Но я вам серьезно говорю, если бы я вам показала сейчас фотографию этого человека, и вы бы не поверили, что ему 43 года. Я говорю, я когда увидела, я пришла в шок. Я понимаю, люди есть разные. У кого-то хронические заболевания и все остальное. Но я его просила рассказать, что какие у вас хронические заболевания, да, есть. Ну, раз вы так подробно описываете в своих постах свои душевные переживания, как вы болели, как вы там публикуете, как вы в маске и все остальное, там лежите кислородом, дышите. Ну, расскажите тогда подробнее, чтобы у людей была целостная картина. Так нет, человек говорит, я полностью здоров, я вообще красавчик, я хорошо выгляжу, вот. Это вы там какая-то сумасшедшая, да? А то, что я занимаюсь откровенной пропагандой, и мало того, что человек реально, говорю, конечно, ему не платят. Понятно, что таким не платят. Этот человек все делает сознательно. Для чего? Лично я считаю, что это просто, говорю, это вот та проблема, с которой я, в свою очередь, столкнулась давным-давно, который посвящен мне канал. Это панический страх смерти. Просто многие люди, видимо, для них вот эта вот вся фигня, вот эта вся ситуация, она явилась толчком, чтобы вот запустить этот страх. Он есть у всех, да, он есть у всех. Но бывают такие ситуации, когда вот он запускается, да, и крышняк вообще сносит. Как у меня это было, вот этот постоянный страх умереть. И ты готов бежать, я вам говорю, и делать все, что угодно. Слава Богу, что я это все пережила 2,5 года назад. Я сейчас уже, ну, сознательно, со здравомыслием могу оценивать все, что происходит вокруг меня. Но, говорю, тогда вот я, когда была в таком состоянии, я говорю, я понимаю этих людей, мне с одной стороны даже их немножко жалко. Что с ними происходит, но они не поймут. Нет. Многие из них, они так вот, и горбатого, как говорится, могилы исправят, они с этим и умрут.